Всем привет! Всех девочек с 8 марта! Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А сейчас я вам покажу, какие мне подарки подарили мама и папа. Ух, какой набор! Ну-ка, давай, открывай. Смотрите, какой подарок подарили мама с папой. Это набор, да, для девочки, да? Открывай. Давайте посмотрим, что это. Так, все в пакете, да? Вот они ярко. Да, придется. Ножечку сними. Ну, показывай, что у нас еще есть. Туда можно налить типа духи, да, или нельзя? Нет. Ну ладно, ставьте на кровь. Так, фен. Покажи. Не работает, но прикольно. Классно. Ой. Опять души. Опять не наливается. Наклейка. Это что? Тени? Покажи. Это тени? Ну, игрушечные, конечно, да? Да. Класс. Ну-ка, попробуй накрасить. Да. Сейчас. Помню маляку. Профоткаю? Нет. Отлади тебя. Наконец-то закрыл. О, да, там... Как раз для них. Опять наклейка. Ой, это какая-то штучка. Не знаю, куда. Может, сюда? Ну, пока что вот это вот я положу. Ой, а это собирать надо. Не знаю. Это, кстати, по бокам два столика. Посмотри, Оля, на картинку. Видишь? Ну, точно. Это по бокам прикрепляешь? Ну, я даже потом все-таки лучше ставлю опять. О, две расчески. Одна вот такая. Классно. Бабочка. А вторая? А вторая? Как у меня такая же. Классно. Точно-точно такая же. Ну-ка попробуй причесать бабочку. Только цвет чуть-чуть другой. Щеки-то расчесываешь. Волосы давай. А у тебя там косички. Кстати, покажи твои косички. Такая у нас сегодня прическа красивая, да? О, какая красота. А там, наверное, что вот это вот туда идет. А вот эти вот мои столики, ну, пока все, вот сюда даже. А это что? Это уже вообще интересненькое что-то. Да, можно что-то налить. Мне кажется, что это лак. Только там тут. А, вот. На, это лак. Это лак. Ой, зачем это там выбросила? Вот. Точно, лак. Хорошо. Ну, давай ставь кто-нибудь. Я пока что сюда. Здесь пока. Ой, опять такая же штука. Ой. Много там, да, Оля, всяких помада. Штучек? Помада. Ну-ка, покажи помаду. Ух ты, настоящая почти, да? Розовая. А я розовую очень люблю. Мне все девочки любят розовую, да? Ну, может, нет. Ну, знаешь, некоторые не любят. А, это. Румянки делать. Точно, типа кисточка. Ну-ка, дай-ка посмотри. Держи. Вот такая. Ну, клади ее. Еще что-то есть? Еще не все у тебя там? Ну, еще не все. Показывай. Ну, здесь вот это как раз место.
Вот это вот какое-то опять непонятное штучка. Ну, это что-то сбоку. Ты все? Достала? Я не знаю, что. Так, ну ладно. А кое-что знаю. У меня вот эта вот лампочка. Вот сюда. И что она делать должна? Не подходит. Я не знаю. О, давай дальше. Я следующий подарок. Ух ты, это что? Что это, Уля? Посмотри. Ну, открывай. Открывай, будем мерить. Колечки для девочек, да? Это... Смотрите, какие кольца. Ну, давай, мери, посмотрим. Вот на такой штучке, да? Тут есть киска. Ну-ка, что там есть, расскажи. Это на цветочке. Ну, киска, вишенка. Показывай. Ух ты, это что? Звездочка падающая. Звездочка. Дальше. Не снимай, пусть будет. Угу. Все кольца оденешь сразу же. Мама, мы делали канатки. Красиво. Дальше. Точно, котик. Еще есть? Еще два. Это что? Кто-то думает о сердечке. Точно, любовь. Сегодня же 8 марта, да? Как раз любовь, сердце. Вот это вот. Еще что ли? Это последний. Это мне все больше понравилось. Солнышко? Нет, цветочек? Это цветочек, да. Ух ты, классно. Вот такие колечки, да, у нас? А мне еще понравилась вот эта вот мочалка. Ну, будешь с ней мыться. Да. Еще что-нибудь есть у тебя там в подарках? Показывай. Есть. Что? Это что? Покажи, покажи, покажи. Покажи. Туфельки для кукол. Это туфельки для Бэби Бона. Ну-ка, открывай. Я так давно о них мечтала. Покажи. Ай, какие милые. Ну-ка, давай дай вставай, посмотрим. Это мечта моей жизни. Покажи. Ой, с такими. Какие хорошенькие маленькие. Ну-ка, покажи, покажи по камеру. Покажи всем ребятам. Ой, какие малыши маленькие. Ай, какая прелесть. Хорошо. Хорошенькие, да? Сейчас оденем. Сейчас? Еще что-то есть из подарков? Ну-ка, посмотри. Еще. Это что? Это кофта для Бэби Бона, да? Для Бэби Бона. Это для тебя футболочка. С таким милым зайчиком. Ой, какая хорошенькая. Еще что-то есть? Ну, еще там последнее. Ну, давай. Вот
Milky Way. О, нет, Kinder. Класс. Вкуснота. Ну, как тебе, Уля, подарочки? Очень, особенно вот это. Это всем больше понравилось? Ага, потому что они такие милые. Ну, давай померим для Бабибона. Это как игрушки плюшевые. Мерим? Ага. Сейчас я одену туфельки на... И ты такая там... Ку-ку! Ой, такие туфельки. Бабибона. Бабибон у тебя тоже рад? Сегодня у Бабибона тоже праздник, да, 8 марта? Ура, я сегодня так ладу! Ладно. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! С праздником! Вот такая футболочка.